Стрелков задержали, но затем отпустили. Полицейские опросили участников вооруженного конфликта у Макдоналдса. О новых подробностях в деле о стрельбе Максим Григорьев. Стрелок понесет наказание. Такое решение приняли полицейские в отношении одного из мужчин, устроивших вооруженные разборки у фастфуда на улице Свободы. Напомним, что вчера в час пик в самом центре города произошла ссора между двумя группами людей. Конфликтующие тогда не постеснялись применить огнестрельное оружие. Услышав звуки полицейской сирены, буянные расселись по машинам и уехали. Несколькими минутами позже полицейские остановили их авто и припроводили в центральный отдел полиции, где у них попытались взять объяснение. Туда же отправился наш журналист. По его словам, мужчины вели себя в отделении развязно, пытались отшучиваться и даже поначалу отрицали наличие у них оружия. Но под напором фактов они признались и посетовали на плохое настроение. Оказывается, в это время они ехали с похорон и заскочили перекусить. В автомобильной очереди у окна они не уступили место другой машине. Из нее вышел крепкий мужчина и ударил водителя по лицу. Друзья вступили за него и вытащили пистолеты. За что? А за что? Кстати, на видео хорошо видно, что номера машины одной из сторон конфликта нижегородские. Но, как оказалось, все они из Ярославля. Еще один факт. Уже в отделении в автомобиле полицейские нашли рацию, на которой у них не было документов. Со своим имуществом провинившиеся долго не хотели расставаться. Сотрудникам полиции пришлось отбирать ее чуть ли не силой. Все участники конфликта – граждане Российской Федерации. У мужчины, который произвел выстрел, было изъято травматическое оружие, на которое у него имеется официальное разрешение. Была также изъята рация, на которую он не предоставил документы, разрешающие. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Конфликтующие стороны принесли друг другу извинения и претензий к друг другу не имеют. А вот у полицейских претензий к стрелявшему есть. Ему инкриминируют административную статью «Стрельба из оружия в неотведенных для этого местах». Такое поведение в центре города обойдется достаточно дешево – от 2 до 5 тысяч рублей. Также придется расстаться и с оружием. Максим Григорьев, Александр Быков, городской телеканал.